Здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург, метро Нижняя Народная, Ухаревская, 74, Диана. Значит, в экспрессе. Смотрите, здесь коврики такие антискользящие. Ну, 300 на 200 сантиметров. Такого я еще не видела. Смотрите, такой 77 рублей стоит. Вот, смотрите, какие коврики. Вернее, это салфетка кухонная в голубом цвете. Вот. Такая прелесть, да? Отлично, 55 рублей стоит. Зеленая. Обрезай. Евангелепешской 53 экспрессе. Вот такие декоративные грибочки 150 рублей. 50 рублей. Даже мухомор есть. Уже, наверное, по-моему, какой-нибудь огородный гриб. Также смотрите, свечи из овощины. Оригинальные свечи своими руками. Интересно. Они разные. Ой, какая прелесть. Смотрите, слепи свет. Слепи свечу. Интересно. Вот такая вот тоже есть. Так, это божья коробка. Есть еще что-нибудь? Тоже из овощей. Да. Такой я еще не видела. Это интересно, сколько она стоит. 55 рублей или нет? Смотрите, такая тоже игра. Мафия. Только в другой коробочке я видела. Другая упаковочка была. По-моему, она 55 или 77 рублей стоит. Интересно. Горшки. Написано состав доломит. Серый цвет, белый. И розовые. Красивые такие горшочки, смотрите. Кого также надо смотреть, потому что здесь есть брак. Так, вот эти лакмата. Антистресс новые. И, конечно, нужны сушки. Ну, куда без нее. Тебе найти не надо вроде, но все равно возьму сушку. Серенечки. И давай. Соединяйся. Тут кисеньки тут. Да, кисеньки. Может, 20-30 стоит. Вот эти пенал. Это косметички. Тоже разных тут. Расцветок. Принт. И металлик. 55 рублей стоит. Такие рюкзачки. Смотрите. Как лапки. Они как джинсы. Из материала такого. Рюкзачочки. Но ничего качества. 99 рублей стоит. Черные. Такие яркие, красивые. Смотрите. Желтого цвета. И все. Здесь есть вот такие вот сумочки. Как их немножко, правда. И все. Желтого
обычная сумочка, вот эта черная. Да, хорошо было бы вот такая сумочка, но черная цвета, было бы хорошо. Вот эти шарфы женские, 99. Не падает, 99 рублей. 150 47 сантиметров разные расцветки. Это уже другое. Другое. Другой шарфик. Давай вешайся. Пока положу. Красные расцветочки. Есть. Вот такие, знаете, тоненькие очень. Прошито. Не важно, то есть видите, здесь обработано, то есть уже рвется. Ну, такие качества, конечно. Нет. Сколько я сказала, они стоят? Что это женский? 99 рублей у нее стоит этих денег. Здесь также есть вот эти тапочки. Замечательные, кстати, есть здесь 36 размер, 40. И вот единственное, у меня попало 38 размера. Я уже купила 39 рублей. 38. Может, еще есть какой-то 37, например. Нет, еще один 38. Я получила вот этого чехла для хранения обуви. А здесь изображено, сразу говорю, вот эти вот ячейки, которые перемычки. Они болтаются, центральная вот эта перемычка, и боковые, они болтаются, они не пришиты к одну. То есть, если перевернуть, надо очень аккуратно, потому что вся обувь окажется внизу. Ну, так, конечно, хорошая идея. Вешалки пришивные для одежды. Я надеюсь, не будет фонить. Сегодня у меня микрофон, я стараюсь аккуратно говорить на расстоянии. У меня просто новый микрофон. Поэтому, если что, вдруг, вы извините, я стараюсь. Вот эти есть футболки с ушками, 99 рублей. Это Россия, 150 рублей. Ну, Россия, если я не путаю. Ты сказала? Угу. Написано, не знаю, почему я не взяла, что Россия. Не помню, возможно, такие футболки. Это я сейчас смотрела, 46 размер. Какие еще здесь есть размеры аккуратненько. Так, здесь размеры 46, 44, 42, 48. Смотрите, вот такой домашний сарафан. 199 рублей. На молнии, говорят, хороший, как я сверстывала. Ну, вот такой вот сарафан. За 200 рублей, я считаю, это прекрасная цена. Также есть вот горошек, есть цветочек. Я показывала голубой, розовый. А тут еще есть такой желтый с апельсином. Видите? 77 рублей стоит. По-моему, все. Да, 77 стоило. Так, полотенчика. Вот такой набор. Тут написано лен, но 77 рублей стоит. Я посмотрела, 30% лен и 70% хлопок. Так что это не чистый лен. Очка такая, мне кажется, под него, знаете, тряпка тут 40 на 40 сантиметров, 77 рублей. Типа гобелин, непонятно, это не гобелин. Так, вот она, вот. Не совсем так спрятана, но все равно, кажется, симпатичнее. Это я уже показываю, вот эти вот расцветочки. Другом обзоре. Вот. Есть чай Гранд, ассорти 5 вкусов, 50 рублей стоит, 25 пакетиков. Так, тут цитрусовый, клубничный микс, лесные ягоды и освежающие. Он, наверное, снятый. Такой уже первый раз. Петровская слобода. Кашлемаки приводной, аппетитофильный расцвет, 180 грамм, стоит 50 рублей.
25 сантиметров, 55 рублей, знаете, какая нежная. Симпатичная. Вот такая вот есть. Синенькую. Цветочку. Так, и с красным. Тарелка глубокая, 420 миллилитров, такая маленькая, стоит 50 рублей. Вот тут такие тарелочки есть маленькие. Я так и не заметила, кто вас смотрите. Тоже 50 рублей, 120, не надо, да, 20 сантиметров. И еще. Рублей.